Ку-ку. Я сделал чуть-чуть музыку погромче. Что-то слишком громко получилось. Чуть потише сделаю. Поиграем! Мультиплеер! Мультиплеер! Время игры 2 часа 57 минут. Версия Factorio 0.17.54. Загружаю сетевую игру. Пароль 8. Оп! Оп! Пауза, пауза, скорее! Пауза, пауза. Зову своего друга. Вот так вот. Зову друга. Сейчас появится. А, мы с ним вдвоем играем в сетевую игру Factorio. Вместе начали, стартовали эту игру. Я не понимаю выражение, вот это, что он мне написал. Я буду АФК, сообщи мне, если пойдешь вниз. Не понимаю. Ну. Ты что ты будешь делать? Я же один не справлюсь там в битве. Поэтому в сетевую играю. Сложные режимы. Мир смерти. Настройки. Карты были. Death World. Death World. Произносится. Death World. Death World. Ну чё? Так. Так, Overwatch. Чё за игра такая? Overwatch. Не помню. Смотрел, не смотрел. Обмен. Управление. Так. А вот. Обмен управления. Как узнать его игру? Посмотреть. Так, Стив. Где мой? Где Стив? Так. Так, во что он играет, мой друг Вульф? А, сторонняя игра. Кажется, это шутер от первого лица. Тактический, просто стрелялка. Overwatch. Какие у него там значки? Гран-при Steam, получен за кучу жетонов. Ух ты, жетонов набрал. Энергичный игрок. Игры притянул 153. А, у меня больше. Бронза S, значок Ace Combat. О, я вот не играл. И не знал. Не знаю, что это за игра. Санктум 2. Вот мы с моим другом Phantom Wolf играли. О, из Малайзии. Играли в Санктум 2. Он знает, как там мини-игру одну пройти. На той карте, где из воды вылезают монстры.
На той карте. Я не знаю, как она называется. Не помню. Мини-игра. Там надо покупать и продавать, короче, спекуляциями заниматься, а там баг в игре. В этой мини-игре баг есть. Там по правилам не выиграешь, там надо ломать игру немножко. Ну, своими действиями. И... Так, это что за игра? Flight Simulator. Я покупал диски Flight Simulator. Ага, пишет через 2 минуты. Давай, давай. Да, список желаний у него, конечно, огромный. 52. 52 игры в списке желаний. О, Arma 3, дорогая игра у него. Arma 3. Любимая игра. А как любимую игру? А я не знаю, как сделать любимую игру. Это на витрине, что ли, ее можно сделать? Попробую на своей витрине также сделать. Где моя витрина? Профиль. Бизон релакс. Посмотрим мою витрину. О, у меня предмет какие-то. А, сообщение пришло. Где моя витрина? Моя мастерская, моя история комментариев, руководство и видео, скриншоты, предложения, обмен инвентарем группами. Открыть мой профиль. Так, секретная информация, надеюсь, здесь. А, вот витрина. Вы получили место для витрины в своем профиле. Нажмите здесь и выберите витрину. А, витрина достижений. Недавняя активность. Комментарии пошли. Это все, что на моей странице люди видят. Ну-ка, посмотрим. Сейчас, пока мой друг Стив. Оффлайн. Как бы не в игре. Посмотрю, что за витрина. Мы получили место. Одна идеальная игра, это Factory у меня. Все достижения сделал. И это было непросто. При том, что еще был баг, препятствующий получению достижения ленивый ублюдок. Кажется, оно так называлось. Что не выбрано? А, вот. Витрина достижений есть. Теперь другая витрина. Витрина редчайших достижений. Коллекционер игр. Любимая игра. О! Я тут могу витрин... А еще витрины могу? Я такие витрины понаделаю себе. Любимая игра. Ну, Факторио. Для начала. Факторио. Вообще, у меня их много, этих любимых игр, в которые я угрохал многие часы. 600 часов сыграно. Ладно, как сохранить? Сохраняю. О! А это что? Личная ссылка у меня есть. О-о-о. Так, вот эту пиктограммочку я себе давно выбрал, когда регистрировался в Стиме. Много лет назад. Лет 8 назад. Facebook привязываться не хочу. Привязать аккаунт в Facebook. Я даже не знаю, может привязать, правда? Facebook-то. Что это даст? Хе. Сайт, который я создал. Здесь у меня ссылка на сайт. Это сайт какой-то рекламный. Туда переходишь, рекламу показывают. Привязать аккаунт Facebook. Привяжу как-нибудь. Ладно, в ближайшее время. А, тут что? А, вот. Ну, а сохранить? Я же сохранил все изменения. Так, смотрим. Бизон. Так, смотрим мою главную страницу, видимо, это будет. Код Т средней концовки. Что за игра? Talos Principle. А.
статус. А, о, ну все. Ладно, я это закрою. Руди. Резюме. Ну. Ага. Так. Так, запись идет. Ура! Так, уберу камеру с моего экрана. На запись не будет, у меня на экране не будет. Так, на чем мы тут остановились-то? А, о, гнездо я буду убивать. Я... А, патронов мало. Патронов мало. Ай, не убивайте меня, гады, сволочи. Патронов не осталось, боже, я пушку уберу. Если патронов не хватит, уберу пушку. Ха-ха! Не убежишь, Стив! Бегай! Лаги. Он говорит, что у него лаги. Кошмар какой. А я в дерево уперся. Лаги. Это ужасно. Играть с лагами. Почему лаги-то? Подожди меня, я пишу. Где тело? Тело где? Сейчас подобрать надо тело его. О, я вижу тело. Ай. Так, патрончики я подберу. А, то есть нельзя ругаться матом, боже мой. Успел! Я подобрал один труп. Нет! Их там много, не. Ау! Убегать! И чинить надо! Все, я сдаюсь! Пушку разбомбили! Автосохранение! Сработало. Сейчас надо к железу добежать, там пушки расстреляют этих жуков противных. Противные жуки. Бегите за мной, на свою смерть, на свою погибель. Полечусь рыбкой. Какой кошмар. Я украл все патроны. Какой я замечательный. Так, ну что же. Кое-что мы сделали. Так, я ему пишу приготовить патроны. Опа, о боже мой, у него 260. У меня-то меньше. Ладно. Буду на подтанцовках. Так, он меня спрашивает, нет, нужно? Я говорю, да, нужно 50. Так, ну я возьму у него всего решение. Так. Без пушек, ну их в баню, эти пушки. Не там ставишь. Слишком далеко поставил.
А, ну пусть. А. А, надо чинить, чинить надо. Чинить, 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 чинить пушку. Чинить. Ау! Полечимся. О-о-о-о. Как опасно. О, как опасно. А, и в меня плюют, сволочи. Ну, сволочи. О, убили. Убили его. Ага. А-а-а. У него рыбы нету, у меня рыбы нету. Ах, сволочи, плюются. Гады. А-а-а. Зовет меня. Убегаю. А, мы идем ловить рыбу. Со Стивом. А тут нет рыбы, она так не появляется, когда хочешь. Пустое озеро. Озеро пустое, нету ни одной рыбки. Я всю выловил тогда. Ага. Так, тут есть рыба? Так, тут нету рыбы. О, патроны, патроны нужны. Пушки. А. А? У меня ремнаборов почти не осталось. Пушку потеряли. Я вам предложил стены построить. Я... Так, патрон предлагает, патроны не нужны. Стены... Стены потом, после битвы. Окей. Да, too far. Хотя он знает. Слишком далековато. А, плюются, сволочи. Ай! Черви знают, как, куда я бегу. Ох, плюются, как они. Оу, плюются, сволочи. А, черви, сволочи. О, о, о. Противные жуки защищают червей. Ау. Ау, плюются, сволочи. О, о, Стив почти умер. Ну, наверное, лучше меня играет. Премия. Едит, наверное, лучше меня. О, о, о. А, тихо, тихо. А, помогите, помогите. Нет, я убью гнездо, я гнездо это вынесу. Я могу. Помоги мне, Стив. Помоги мне, Стив. А-а-а, я грох. Все, я победил! Я победил! Я победил! Рыбку съем. А-а-а, плюс осталось, плюс остались. Ковлы. Получил. А, плюю совсем. А, еще и снизу нападают. Так, половину своих патронов я отстрелял. О, очень много всяких червей противных.
я слабо зацепил. Ау! Нет! Ай! Ай, сволочи! Кислоту не наступить, главное. Уворачиваться сложно. Оп! Подонки. Хотят меня убить. А, вот кто меня сдох. А, нет, нет, я сдох! Я сдох почти! А? Ему нужна рыба. А! Придется сволочь, все в кислоте, невозможно подойти. Близко. О-о! Этого червя достану? Нет! Придется сволочь. Убью, убью! Все, одного грохнул. О, еще вот этого червя надо. А, нет! Плюется далеко, сволочь. Хоть и маленький червь. Оп, я этого грохнул. А. Так. А, плюс, плюс, плюс. Ай, ай, ай. Последняя рыба. Все. Нет рыбы. Так, ну хоть это грохну я. А! Фу. А! Убежать, убежать. Починить пушки. А теперь... Последний. Все, гнездо готово. Оу. Еще два гнезда. И все это надо уничтожить. О, нет, еще четыре гнезда и куча червей. А, плюю за сволочи. Оп, 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 оп. Один есть. Червяк. Ничего не видно из-за трупов. Ай! Ай! Гады. Тут еще и скалы мешают пройти. Можно попасться. О, в кислоту наступил. Так, подойти, чтобы черви не вливались. Так, у меня патронов не осталось. Патронов не осталось. Стив отходит. Пауза. Сохраняю. Так, ну он тут стоит, а я побежал за железом, чтобы сделать себе патроны. А, там на фабрике патроны есть. О, тут черви тоже бегают. Так, тут железо забрал. О, 57 же. Так, немножко ремонтного набора сделать. Починить все. Только... Так, здесь починил.
О, пушка почти сломалась. Вовремя пришел. Ух ты, вот они оттуда приходят. Гады. С востока приходят. Мы на западе их выносим, а не с востока. Подонки. Так, еще патроны сделаю. На остальное. Настольное железо. О, долго мы сражаемся. Многое железо натырил, наворовал. Так, ага. Рыбы нету. Эх, хвост чешуя. Рыбы нету совсем. Ага, гнездо, гнездо. Сдохни, червяк противный. А, еще гнездо сейчас убьем. Эй, убегайте. Средние жуки опасны. А, убили, сила. Терпения не хватает. Либо лаги. А я один тут не протяну, не продержу. Ну все, одно гнездо мало, мало жуков плодится из одного гнезда. Сейчас я его грохну тоже, это гнездо. Все. Все, победа! Так, починю. Так, одно гнездо. Так. Так. Я ему написал приготовиться к походу. Пауза. Приготовиться к походу на северо-восток. Гнездо. Все, сохранил. Жду его появления. У меня АФК написал. 5 минут. Сожрать чуть капусточки еще. Моя капуста бледно-зеленая. Она зелененькая. Слегка. Бледно-зеленая капуста. В этот раз не тухлая. В Пятерочке могут продавать тухлую капусту. Удивительно. Очень вкусно. 15 минут на пару. Немножко соли. В кастрюле немножко воды. Получается капуста на пару.
Смотрю на себя сверху сбоку. Не привык я смотреть на себя. Выглядит крайне необычно. Ничего так, капусточка. Хорошо пошла. О, кто это? Халк. Какая-то другая кружка. Я из нее еще не пил. Кто это? Человек Америка. Ой, Человек Америка. Капитан Америка. А это кто? Этот. Тор. Тор. Не видно ничего. Молоток виден? А, вон молоток. О, какой. Рука впереди. Зачем у него рука впереди? Молоток сзади. Рука впереди. У меня папа был священником. Могу об этом рассказать. Покажу своего друга. Он был священником, я был на его службах, бывал с ним на поминках, приглашали нас. Я был подростком, ребенком, потом подростком, потом он умер в 95-м, в возрасте 60 лет. Моя мама еще жива, ей сейчас за 60 уже, конечно. Конечно. Не конечно. Глобальное потепление наступает. И даже несмотря на то, что в России официально не признано человеческое участие в глобальном потеплении, но также, к сожалению, отрицается возможность участия России в мероприятиях действовать, то есть возможность действовать, участвовать в мероприятиях по спасению мира, то есть по спасению жизни на Земле. Россия отказалась участвовать в спасении человечества. И по моему, как бы это сказать, прогнозу, лет через 30 все люди помрут от голода. Либо почти все. Будут уже не столько, сколько сейчас население. И потом, в течение лет 100, человечество вымрет вообще.
И не важно даже, кто виноват, важно, что мы можем сделать, чтобы спасти человечество. Другие формы жизни, может, и выживут, какие-нибудь акулы, и то вряд ли. Наутилус, может быть, выживет какой-нибудь. Формы жизни в Марианской впадине могут выжить. Но это не важно, не будет людей. Экстремофилы могут выжить. Формы жизни, которым не нужен солнечный свет и кислород. Чё так долго? Ить. Шо ж так долго? Сколько ждать? Попить водички. Сколько время? Три. Он же написал АФК 5 минут. Написал АФК 5 минут. А прошло больше уже времени, чем 5 минут. Моя лупа. Как меня видно, хорошо? Цвет моего глаза виден? Цвет моего глаза виден? Я смотрю в камеру. Так, воду я выпил свою. Остановить запись, что ли? Остановлю запись.